Всем привет! Сейчас хочу рассказать, как сделать, чтобы мент показывал имя звонящего. То есть в настоящий момент у меня стоит приложение из Play Market. Это приложение работает некорректно. Оно не показывает имя звонящего. Это можно увидеть здесь. Когда мы входим в вызовы, у нас не хватает внизу пункта с чекбоксом, который бы показывал имя звонящего. И, кстати, отложить здесь можно 3 секунды, а в том приложении будет 1 секунда, то есть буквально сразу же после звонка. Так, теперь, значит, с этим разобрались. Версия приложения, как мы видим, 2.2.12. Это приложение из Play Market, еще раз повторяю. Оно не обновилось. Но в настоящий момент существует приложение 2.3.0. Это самое свежее приложение. Оно... Что мы для этого делаем? Значит, мы удаляем приложение. Просто удалили приложение. После этого под описанием, нет, под видео в описании будет ссылка на файл приложения MiFID 2.3.0. Его вы можете скачать и установить. Я это приложение уже скачал. Сейчас я его установлю. Так, открываем мои файлы. Вот оно, MiFID 2.3.0. Приложение устанавливается. Пуш-сервис. Пуш-сервис. Устанавливается долго. Приложение установлено. Также входим в него. Значит, соглашаем со всеми условиями, или что там, отправляем отчеты об ошибках. Значит, после того, как я, когда я буду входить, я остановлю запись, а потом ее возобновлю, потому что, ну, сами понимаете, логины и пароли вам не нужны мои. Так, значит, останавливаем запись. Так, вот мы, значит, вошли, подтянулось с облака, подтянулся сон, подтянулся бег, подтянулся вес взвешенный на весах Xiaomi, подтянулись рекорды, уведомления. Тянулся профиль. Так, посмотрим, что у нас с вызовами. И мы видим, добавился пункт. Показать контактную информацию. При входящих вызовах браслет будет показывать имя или номер. Ну, кстати, он пока... А, ну да, имя или номер.
Так, единственное, не забываем включить уведомления. Теперь что мы смотрим? Браслет есть, весы есть. Все, настройки о приложении. Мы видим версия прошивки. Версия приложения 2.3.0. Все. На то, чтобы сохранение снимка экрана. На то, чтобы заменить это приложение на рабочее, нам потребовалось буквально 2 минуты. После этого все работает. Пожалуйста, все приложения, сколько хотите, можно. Ну, это и да, кстати. Что еще? Ну, все. Google Fit подтягивает. Поиск через GPS. Значит, что, не забываем делиться с друзьями этим видео. Не забываем лайкать. Не забываем. Не забываем смотреть и подписываться на канал. Все. Всем спасибо. До свидания.